Гонка на собачьих упряжках среди детей Дюлин прошла в Петропавловске-Камчатском. В соревнованиях участвовал 71 юный каюр. Организаторы подготовили для молодых спортсменов три вида трасс. Первые места в каждом из категорий заняли Ярослав Елизаров, Милена Березани, неоднократная чемпионка гонки Дюлин Юлия Иванова. Верными помощниками ребят являются не только сибирские хаски, но также в упряжках стоят норвежские метисы и камчатские ездовые. Очень быстрые и упорные породы собак. Несмотря на юный возраст, каюры серьезно относятся к карьере в этом виде спорта и планируют участвовать во взрослой гонке в Беринге. Ездовой спорт мне очень нравится. Получается, как я начала заниматься ездовым спортом, ездили с мамой мы на Беринге, я очень захотела, прям просила маму, дай мне поучаствовать, пожалуйста, можно ли мне. Она говорила, что для детей таких гонок нету. Когда вот был пролог в Беринге, здесь же стартовали еще и дети. Я маме закатила скандал, вот ты говорила, что дети не участвуют, там все это. Она договорилась с тренером, в Томнике Кайнеран сначала я была. Я вот там занималась сколько? Года два, потом перешла в питомник Эйвет к Андрею Николаевичу Причину. И вот так вот у меня вот, это целая жизнь.